Полиции выясняют подробности жуткого ДТП на трассе Караганда-Нур-Султан. При столкновении автобуса с легковушкой погибла женщина. Тридцатишестилетняя водитель иномарки, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, по которой в это время двигался автобус. В результате столкновения женщина, управлявшая «Тойотой», от полученных травм скончалась на месте. Шофер автобуса и пассажиры не пострадали. Полиция обратилась к автолюбителям с просьбой быть особенно внимательными на дорогах в ближайшие дни. Сегодня в 9 часов 42 минуты водитель автомашины марки «Тойота», следуя по трассе Нур-Султан-Караганда, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с маршрутным автобусом. По данному факту возбуждено уголовное дело.